Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарий» в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня студенты юридического факультета Тверского государственного университета. Это Михаил Данченко, студент третьего курса. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И Анар Алибеков, также студент третьего курса. Здравствуйте, Анар. Здравствуйте. Вас объединяет одна специальность будущая, это юриспруденция. И вас объединяет студенческий оперативный отряд. Потому что Михаил лидер этого отряда, а вы, Анар, это активный участник студенческого оперативного отряда. Что это такое? Потому что для меня ближе название студенческий строительный отряд, студенческий оперативный. Чем занимаетесь? Вообще основной вектор деятельности студенческого оперативного отряда — это оказание содействия правоохранительным органам. То есть наши ребята, студенты, участвуют в оперативных мероприятиях в качестве понятых. На обысках, досмотрах, осмотрах, задержания в том числе. Вот. Ну это... и вам поступает какая-то информация, откуда вы узнаете, куда нужно приехать, или знают, откуда вас забрать? Вообще мне звонят сотрудники правоохранительных органов, то есть им мой номер дают преподаватели, либо приближенные, получается, факультету. И, соответственно, они мне звонят, говорят, то, что вот нужно два человека на такое-то время, на такое-то мероприятие. Вот. И я ищу ребят, предоставляю данные сотрудникам правоохранительных органов. В дальнейшем они с ними связываются, забирают их, и они едут на оперативные мероприятия. Оперативное мероприятие легко, наверное, может совпасть с лекцией важной, да, которая где учить. Педагоги понимают вашу работу, отпускают? Вообще ребята не стараются во вред учебе участвовать в мероприятиях, но в случае, если получается так, то, что они участвуют в мероприятии и у них занятия, то мы стараемся взять отброс, скажем так, для участия в этом мероприятии. Анар, еще помимо этого, я знаю, у вас проводится антитеррористический марафон. Вы активный участник также, да? Вот как студенческий оперативный отряд. Это все в плюс, да? Да, конечно. Если говорить про студенческий антитеррористический марафон, то это проект, который направлен на профилактику идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. То есть в рамках данного проекта мы затрагиваем сами понятия экстремизма, терроризма и чем опасны данные деструктивные движения. Также в рамках данного проекта мы рассказываем и про специальную военную операцию, то есть ее цели, задачи, допустим, что есть дискредитация вооруженных сил Российской Федерации и каковы последствия за дискредитацию вооруженных сил. То есть по статьям, скажем так, Уголовного кодекса вашей специальности, да, проходите, да, да. Что, к сожалению, многие не знают, да? Да. Наверное, знают и думают, ну, я пошутил иногда. А шутка выливается в статью Уголовного кодекса «Знак равенства преступления». Еще, да? Вот, да, еще вот хочу добавить про то, что мы освещаем такую тему, как интернет-безопасность. То есть мы рассказываем про то, как не попасть в сети вербовщиков. На данный момент это достаточно актуально. Да, это тоже актуально, да. К сожалению. А насколько эта работа в оперативном отряде привлекает ваших сокурсников? Есть, отбираете лучших, на что-то смотрите, на показатели в учебе, как? Или здесь важна активная жизненная позиция? Здесь важна активная жизненная позиция, ведь это все-таки больше добровольное начало, но людей всегда хватает. То есть у нас большое количество студентов, которые задействованы в оперативном отряде. Также у нас достаточное количество студентов, которые участвуют в студенческом антитеррористическом марафоне. И количество участников данного проекта, оно растет постоянно. То есть нас сейчас больше, чем было, когда мы только разрабатывали данный проект. То есть всегда есть стремительное развитие и рост. А вы охватываете учебные заведения областной столицы или и по районам тоже выезжаете? Мы были в поселке городского типа Спирова. Это получается уже в области поселения. У нас студентка ездила туда, это, ну, она сама оттуда, и она проводила там мероприятия. Ну, вообще-то, это, конечно, вести знания, умение вести себя в чрезвычайной ситуации, вот как показал трагический день 22 марта, это крайне важно. Вы этому алгоритму и учите, ребят, да? Да, да. И даже я знаю, что вот как таблица умножения у вас есть пункты,
что необходимо выполнять, что зачем. Да? Ну да, у нас как раз-таки снят фильм на эту тему. То есть он, в принципе, о таком понятии, как скулшутинг, и в нем как раз-таки есть рекомендации при нападении на образовательное учреждение, что нужно делать в подобной ситуации, и какие ошибки нельзя допускать, поскольку эти ошибки могут быть летальными. Вот. Этот фильм, к сожалению, пока что еще не выпущен, но вот в ближайшее время он уже будет в общественном доступе. Ну, я так думаю, что работа интересная, да, опера 3? Очень интересная. Интересно, да, сплачивает. И наверняка старшеклассники, перед которыми вы выступаете, тоже, наверное, хотят поучаствовать в вашем отряде. Возможно ли это сделать старшеклассникам? Нет, деятельность студенческого оперативного отряда, она ориентирована только для студентов юридического факультета. То есть ты сначала поступи на юрфак, а потом ты будешь членом оперативного отряда. Кстати, как слушают вас сверстники? Ой, слушают нас ребята очень активно, они не отвлекаются ни на телефоны, то есть, потому что сама тема, скажем, она очень важная, она интересна для ребят, она тем более очень актуальна, то есть ребята у нас участвуют и в дискуссиях, активно слушают, задают вопросы, поэтому, да, ребята слушают с большим интересом нас. Вот эта вот, по-вашему, работа и общественная, скажем так, она пойдет в плюс вашей будущей специальности? Да, несомненно, пойдет в плюс, потому что мы приобретаем навыки ораторские. Это очень играет большую роль для нас, поскольку публичное выступление в будущем для нашей профессии – это очень важный фактор. Для будущей профессии определились уже с профессией? Да. Кем будете, куда пойдете? Ну, юристам это понятно. А где будете служить? Работать? Я хочу служить в прокуратуре. Вот. У нас как раз вот сейчас в мае будет практика, и я планирую пройти ее в Заволжской прокуратуре. Анар? Солидарен с Михаилом, тоже планирую поступить на службу в прокуратуру. И вот мы с Михаилом вместе записались на практику в Заволжскую прокуратуру. Да. Надеемся, что вот да, сможем там работать совместно. Замечательно. У вас еще мальчишек на факультете много? Да, да? Много. То есть такое предвзятое отношение, что юрфак — это большинство все-таки девочки, это не так? Нет, у нас примерно по 50 на 50 примерно. А учиться насколько интересно получать профессию юриста? Потому что многие думают, ну это закон, это там сидишь как какой-то вот там в бумажках ковыряешься, учишь что-то там. Неинтересно. Ну, на самом деле очень интересно, потому что большинство, практически все преподаватели стараются завлечь студентов, пытаются проводить какие-либо интерактивы. Помимо этого мы и решаем еще казусы различные, правовые ситуации. Вот. Что еще можно? Ну, а, наверное, мне от Анары услышать, вот как будто бы вы сейчас выступаете перед своей аудиторией в антитеррористическом марафоне. Совет жителям, молодым жителям Верхневолжья, какой, как не попасться на уловки тех же самых преступников? Ну, самое основное, скажем, это прям классическое, это не читать сообщения неизвестных тебе людей, это не распространять свои личные данные в сети, интернет. То есть, ну, действительно, не вести какие-либо вообще диалоги с подозрительными личностями. То есть это вот самое основное, скажем. Угу. Да. И, Михаил, что вы хотите добавить? То же самое, вот вас слушают. Я вот хочу добавить то, что основная цель подобных людей, или не людей, не можно людей, сказать, да, наверное, скорее. Да, это расположить к себе, будучи школьника либо студента, особенно школьника, потому что на них проще всего воздействовать, это неокрепшие умы, и им проще всего промыть мозги. Угу. То есть быть аккуратным, осторожным. Да. И читать, все-таки быть минимально грамотным, да, и в той же юриспруденции, да, наверное, тоже. Какие-то основы можно подчеркнуть. Да. Это только на благо. Абсолютно. Спасибо вам огромное за рекомендации жителям Верхневолжья. Спасибо за вашу работу. Вы очень помогаете нам. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях были студенты третьего курса юридического факультета Тверского государственного университета Михаил Данченко и Анар Алибеков. Спасибо. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо большое. До свидания.